И вот мы отъезжаем от места, где можно кататься на велосипедах, просто в парк. Вот это парк Банска. Нижняя его часть. У нас здесь две кафе, детская площадка, даже две. Папа, я поехал впервые тебя, да, давай. Асфальтированные площадки, можно кататься на роликах, на скейтах, просто прогуливаться. Есть спортивная площадка для взрослых небольшая, с турниками. Два кафе и детские всякие штуки. И вот для катания на велосипедах такие, как с горки, штуки классные. Вот это парк Банская.